Это не приспособы всякие, которые помогают мне в работе. Это в основном вот это вот на беспокраску. Это уже классика рихтовка. Вот. Это различные приспособочки. Там сварка. Это печка, которая выручает в холода. Споттер, пылесос, рупес-машинка. Это тоже кузовное по кузовщинке. Молоточки. Это пробойники. Наконечники сменные. Ну вот. Так вкратце. Мой гаражик.